Всем привет, господа! Вы на канале Кукушоу, а мы сегодня на рыбалке. Выехали с Верой, и не обошлось без приключений. В общем, короче, сначала мы поехали в Шапшу на протоку, но оказалось, что она полностью пересохла. Такое происходило и в том году, только значительно позже. В этом все произошло как-то, блин, раньше. Вообще, ну, в этом году меньше воды. В итоге мы лодку, получается, спустили, поняли, что мелко, снова ее собрали, загрузили и приехали на Большую Невлево. Сейчас попробуем здесь раздуплиться. Конечно, погода сегодня ветрище, погода сегодня ужасная. Мы вот спрятались за кутке, чтобы снять это начало. Не знаю, где получится снимать, где нет. Может, какие-то кадры придется прям резать, поскольку там просто ветрище сегодня ужасный. Но мы не теряем надежды. Да, у нас, короче, этот самый прямо стержень внутри вот этот вот загорелся. У нас щуки вообще нет никакой. Надо, короче, ее... надо ее ловить. В общем, товарищи, сейчас все увидите. Будет, чувствую, тяжело, будет сложно, но победа будет за нами. Все, погнали. Наконец-то мы нашли. Так, давай попробуем. Здесь затишье, смотри, ветер, видишь как? Наконец-то мы нашли место, где ветер поворачивает. Давай попробуем несколько наживок. Еще здесь самое узкое место у реки. Хоть и течение сильное-сильное, но по нашей же логике, если рыба и где-то спускается... Давай сейчас по вдоль берега попробуем. Если где-то есть у нее спуск, ну знаешь, типа... Как у нас... В общем, уважаемые подписчики, у нас есть теория такая, что... О! Теория такая, что рыба, когда чувствует, что мелеет, ну там течение уменьшается, либо еще какие-то проблемы, она спускается вниз по течению, ну, чтобы выйти там к озеру, либо в большую реку. Но спускается сначала крупная рыба, а потом мелкая. И вот в момент, где перекат какой-нибудь, там крупная задерживается с целью поживиться мелкой. Потому что мелкая пойдет позже, и она будет ее ждать под перекатом. Вот такая вот теория. Так, попробую просто поперек максимально закинуть. О, вот. А еще интересно, вот тут такой перекат сильный. Интересно, этот берег тут топкий или нет, если выйти и по нему походить. Так. Впереди топка 100%. А вот тут вот, может быть, и не шибко. Сейчас дай-ка я попробую. Так, ты за главную остаешься на лодке. Если что, на веслах подгребешь. Да, здесь вообще не топка. Вообще хорошо. Подожди, давай тогда я тебя чуть затащу вот так хотя бы. Я попробую за перекатом. Кстати, интересные следы большой лапы. Собака, может, бегала. Или не собака. Вот он. Нифига себе, Вер. Тут прям обрыв. Это ж надо вообще нихуя. Просто, блин, такие места шикарные. И ни хрена. Место шикарное. Тут должна была быть рыба же, блядь.
опять обосрался. Возьми щучку. Подсак, 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 Вер. Давай, 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 давай. Давай, давай, я не вытянул, он зацепился как-то головой. Щука, щука, щука. Есть. Мне тоже показалось вначале сюда. Вера! Наконец-то! На воблер! И еще очень медленная игра и такая. Я давал опуститься ему, знаешь, останавливался, он утонул. Потом рыбочек, рыбочек. Ну типа рыбку изображал из себя. Кайф! Наконец-то! Господи, раздуплились! Фу! Где весы? Где весы? Где весы, весы, весы? Так, пассатижи, вот. Так, а весы у нас... Весы у нас вот тут. Вот тут весы. Вот они. Вот. Сколько вес? 780 грамм. Нормально. У нас сегодня первая щука. Ну, кайф. Наконец-то. Вот это было тяжелая, трудовая прям щука. Да. Я уже думал, все. Но, конечно, если честно, я надежду вверх не это... Не терял. Смотри, к берегу, да? Херачим к берегу просто и все. Хочешь не хочешь, тебя к берегу тащит. И так активно, главное. Ладно, давай сейчас на трейлинг еще раз зарядимся. Потому что это... Кидать я уже устал. Я на шапше в прошлый раз тоже почти был на грани попробовать троллинг. Потому что клевало редко, а я знаю, что она повдоль берега стоит. И я думал, а что стоит взять и повдоль берега пойти? Ну знаешь, типа вот просто пройти повдоль берега. Если она там, то что такого, вот там и проверим, типа. В общем, рыбалка у нас не ахти сегодня, но погода отврат. Все-таки погода должна быть постоянной несколько дней, для того, чтобы рыба привыкла. А тут вчера было все равно 16 градусов, сегодня 9. Мы вот все в куртках, в синтепоне там, в жилетах. И мы уже решили попробовать троллинг. За неимением лучшего попробовать пройтись повдоль берега вот так вот с двумя воблерами. Мало ли что. Потому что уже ни сил, ни эмоций не осталось. И в принципе мы двигаемся уже, скажем, домой. Если что-то сейчас клюнет, клюнет. Нет, ну значит домой уходим. Понятно, что сегодня не тот день, чтобы отловиться хорошо по щуке. Хотя планов было ого-го. Вот чаек только спасает. Покидай. Ага. Ты с лодки, короче, тут что-то покидай куда-нибудь. Что-то очень зыбковато. Так, все, последнее место, товарищи. Проверяем вот этот мыс. Здесь сужение сильное, серьезное. Видите, течение аж заворачивается. И тут вот глубина. Так, шуметь не буду. Тут очень зыбко стоять. Но посмотрим, что здесь у нас есть. Ну и мы уже по факту, даже сказать не могу, сколько часов рыбачим. Уже 2 часа дня. Просыпались мы вообще в 6. Ну понятно, что шапша. Понятно, что шапше пришлось вернуться. Ну, вот эта вся история. Но мы уже прямо изрядно устали.
Так что я думаю, что еще чуть-чуть и мы вот уже все, уже хватит. Есть. Есть. Смотрите-ка. Хопа. И вот он. Зацепился за краешек, правда. Ну, еще рогаечка. Ты там на кукан этого выкинь, чувака. Здесь поймали, да? А нет, еще это в другом месте. Ну суть та же. Что зацеп? Какие места шикарные, а? Я бы вообще тут весь день был так рыбачил вот в этом месте. Вот, если бы оно клевало, конечно. Оно должно было тут клевать 100%. Вот такие места шикарные. Ну, на шапше хорошие места. Ну, шапша, видишь. Соскочил? Да что-то удары были в момент. Нет, на зацеп что-то. А откуда тут зацеп? Тут глубоко так. Чё, есть? Нихера себе, хороший язёк. Так, 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 так. Вот это язёк, так язёк. Стой, 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 стой. Ху-ху-ху. Ни хрена себе язёк! Вот это да! Отцепился, ага. Все, аккуратно сними там сама. Я сейчас весы принесу. А что весы нести? Пошли и съездём туда. У меня ещё один заброс. Надо. Почему один заброс? Мне себе дала количество забросов. Нет, я теперь хочу еще забросить. Фига себе язёк! Я одел маленькую, я тоже понял фишку, одел маленькую. Нифига, ладно. Потом взвешим. Ну, я тут думаю, грамм 700-800 смело. О, все, товарищи, хватит, короче, этой рыбалки уже быть. Это уже просто... Короче, такой сложной рыбалки я не помню уже очень давно. Да, было такое, что приходилось долго искать рыбулю, места менять. Все это было. Но так как сейчас... Мы просто целый день. Во-первых, мы два места прям испробовали. Не то, что два места на лодке, как мы уже говорили. Мы поехали сначала на шапшу, разложили лодку, сели, поехали и поняли, что бесполезно, что там уже все обмелело. Собрали лодку, уехали в другое место, на Большую Невлево. И здесь исследовали просто километры, просто огромнейшее пространство мы испробовали. Сколько мы закинули раз? Некоторые говорят, нужно там 150-200 раз кинуть спиннинг. Да мне кажется, уже спиннинг сломался уже. Так он и так один уже сломался. Улов есть, мы не пустые. Но ощущения, не знаю, сильно устали. Ну, товарищи, конечно, что могу сказать? Мы целый день провели на природе. Хоть сегодня и холодно довольно, утро было вообще 9 градусов. Сейчас погода более-менее нормальная, единственное, ветер висячий. Сейчас покажу нашу лодку. В принципе, господа, на жарку мы наловили. Особенно порадовал, конечно, вот этот вот язёк. Смотрите, какой язёк. Это Вера вытащила его на спиннинг. Вы знаете, язь вообще рыба сильная. А когда язя тянешь на спиннинг, это, ну, это особое удовольствие. Смотрите, какой хороший, мощный язёк. Ну что тут, ещё рогаечка на жарку, окунёк. И вот такая вот щучка мне, конечно, попалась. Тоже, я считаю, ну, здоровская, хорошая. Итого... На покушать мы, конечно, наловили, запасы какие-то там сделать с этого не получится, но с другой стороны, повторюсь, весь день на рыбалке добились результата, хотя это было очень тяжело. Первая рыба была часа, не знаю, через там 3-4 после начала. Что, подводим итог, что, остаемся с нами, короче, подписываемся, ставим лайк, и, товарищи, мы домой, жрать охота очень, всем пока!